Привет, друзья! Привет, уважаемейшие коллеги-меломаны! Меня зовут Артемий Троицкий, я готовлю и веду программу «Проект» под названием «Опыт рока год за годом». Как вы, возможно, уже знаете, мы перешли важную границу, практически Рубикон, а именно было собрано более 200 тысяч рублей для того, чтобы программа продолжала жить и здравствовать. Спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо всем тем, кто откликнулся. 200 с небольшим тысяч мы собрали, но надо собрать 400 тысяч. То есть, если соберется 400 тысяч, то мы выполним пятилетний план 1994-1998. После этого можно будет передохнуть слегка и взяться уже за нулевые годы. Как вы знаете, много интересной музыки выходило и в конце 90-х, и в нулевые годы, да и сейчас, как-то ни странно, масса всего симпатичного в области рок-музыки записывается, исполняется на концертах. То есть я лично не верю разговорам о том, что вся хорошая музыка осталась в прошлом, а сейчас происходит одна халтура. Да, роль музыки уже не та, что была раньше, но это не означает, что в музыке стало меньше талантливых людей. Как раз очень обидно то, что талантов-то полно, замечательной музыки записывается очень и очень много, но она как-то стала менее заметной, что ли, менее броской, менее востребованной. Это плохо, и я стараюсь положение дел тут слегка улучшить, привлекая внимание к музыке интересной, музыке редкой. Я надеюсь, что интерес ваш я как-то подогрел, и что благодарность за вашу поддержку каким-то образом вас морально тоже согреет. Но помимо этого, естественно, не забываю я и о сугубо материальной стороне дела, а именно о том, что ожидает акционеров. Так вот, тут я хотел бы сказать, что ставки хотел бы поднять, и если раньше выдавались диски с автографами или без, в общем, как вам больше нравится, в количестве там то одна, то две, то три штуки, вот потом пять, а сейчас я готов вам вот эти самые желанные диски, соответствующие вашим вкусам, соответствующие вашим музыкальным пристрастиям, выдавать в количестве, ну, посмотрим, сколько у меня их там скопится, но я думаю, штук по 7-8, а может быть и до десяточка хороших фирменных пластинок будет до акционеров доходить. Надеюсь, что это вас тоже до какой-то степени вдохновит, тем более, что, повторяю, я всегда рад выслушать ваши пожелания, кому нравится русский рок, кому нравится психоделика, кому нравится фолк. В общем, говорить, что вам больше нравится, и буду просто строго по мерке вам создавать эти наборы дисков. Вот, собственно говоря, такие делишки. Был бы очень рад, если бы у нас собралась искомая сумма в 400 тысяч. Осталось уже меньше 200 тысяч для этого дела. И тогда мы с удовольствием запишем еще 10 серий, ну, то есть 5 лет по 2 серии. И будет что вам смотреть, и будет вам какие новые диски разыскивать на протяжении ближайших нескольких месяцев. Вот так. Еще раз всем спасибо, всем удачи, всем прекрасной музыки. Это был Артемий Троицкий. Всех приглашаю в акционеры проекта «Опыт рока». Год за годом. Годов остается все меньше и меньше.